жителей микрорайона Слободка, любимые гости, которые сегодня пришли. Вот и подходит к финалу наш концерт, но мы вас не отпускаем. А знаете почему? А потому что на сцену сейчас выйдут все участники концерта. Уважаемый депутат, совет микрорайона, пожалуйста, все выходим на сцену. И сейчас мы все вместе споем великую, прекрасную песню для нашего зрителя о любимом Бердянске. Выходите все-все-все на сцену. Да, ой. Проходите сюда. Секунда, заговорилась, проходите сюда, пожалуйста. Еще один подарок, Лидия Ивановна, я заговорилась. Итак, розпрягайте хлопці ковдри. Оце буде така класна пісня. Підспівуйте, підтанцьовуйте на місці. А тоді вже буде фінал концерту. Извините. Хлопці коні, дай лягайте спочивать. А я піду за зелений сад, криничинку копать. Маруся раз, два, три калина чорня, як дівчина. Саду ягод рвала, Маруся раз, два, три калина чорня, як дівчина. Саду ягод рвала. Копа-копа криничинку на земле чудный город.
Переживаем. Сегодня, сейчас праздник. А комитет микрорайона еще выше поднимает. Почему? Потому что вас сейчас ждет скромное, но горячее угощение. А потом танцы, дискотека. И вообще давайте праздновать. Пусть сегодняшний день. И я хочу от вашего имени, от имени комитета поблагодарить этот замечательный коллектив, который не дает нам скучать. Танцы, песни идут от сердца к сердцу. Спасибо. Спасибо за теплые слова, а мы приглашаем всех во двор клуба.